Друзья, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня с вами отправимся в магазин «Лента». У меня скидочной карты нет, но со мной поделились. Поэтому, может, что-нибудь я куплю себе. На улице у нас морозчик минус 7. На солнышке, как видите, снег тает. Корм по акции 26 рублей. Нужно варьки немножко купить. Шеба мы давно не покупали. С говядиной возьму ей. Маслины 170 рублей. Любите маслины? Масло 110. Вот такое. Мы не пробовали такое. Кукуруза 70 рублей. И горошек 70. Вот такой. Цыпленок в собственном соку 260 рублей. Свинина тушеная 200 рублей. 190. Конина тушеная. Пробовали конину. Говядина 250. Мука 130 рублей. 2 килограмма вес. Сгущенное молочко 196,19. Рис низкая цена 55 рублей 99 копеек. Гречневая крупа 36 рублей. Туалетная бумага 190 и 220. Короны «Лента» 45 рублей. Недорого. Рис 100 рублей. Пропаренный 100 рублей. Шоколадные пряники 100 рублей. 60 рублей классические. 70 с начинкой вишня. С ароматом мяты 36 рублей. Тульский пряник, тот самый с вареной сгущенкой, 42 рубля. Вот такой тульский со сгущенкой 50 рублей по красной цене. Блококорица 50. Вот такие, наверное, два возьму, я не пробовала такой. Яйцо куриное отборное 130 рублей. 30 штук 300 рублей. 30 штук 315 рублей. Второй категории 30 штук 300 рублей, а первой категории 315. Думаю, что вот эти. Пробовали такой сыр, 200 рублей стоит, как творог. Так, нет, этот 180 грант, вот такой 200. 390 вот такой, я не пробовала, напишите в комментарии, наверное, вкусно. 180 рублей классический, 170 рублей вот такой, 140 рублей. Безлактозный 50%, сливочный 120, 320 рублей, вот такой сыр, вес 350 грамм, для вегетарианцев подходит. Семечки обжаренные 80 рублей, вес полкило здесь. 500 рублей вот такая вот вкуснота. Манго, вот эти я не знаю, что не пробовали такое. Наверное, вишня. Вишня, кубики. Виноград 370 рублей за килограмм. Киви 120. Капуста, брокколи 350 рублей. Цветная 330. Пекинская по акции. По красной цене 120. Салат айсберг 110. Стебель сельдерея 90 рублей. Нарезка вот такая с морковью, капустой 70 рублей. Просто морковь 70. Шпинат 150. Руккола 150. Идем дальше. Зелень у нас есть, нам не нужно. Давайте лук посмотрим, сколько стоит. Лук, морковь, картофель. Капуста 40 рублей. Подорожала, кстати, капуста во всех магазинах. Картофель 18,60. Морковь 29,50. Так, лучок 32 рубля 90 копеек. Шампиньоны 140. Большие, крупные, хорошие. Сушеные грибы. Кедровый бор 250 рублей. Так, вес... Не поняла я, сколько грамм, 45 грамм, что ли? Да, 45 грамм.
Смесь грибов 280, 400 рублей белые. Так, винегрет. Готовый уже. 200 рублей. Вес 900 грамм. Помидоры 250 рублей. 450 грамм вес. 185. Вот эти желтые, не знаю, а вот желтые. 200 рублей. И 330 вот такие. Стаканчики 245 рублей. 210. 170. Огурцы 200. 255. Колючие такие, на грунтовые похожи. Томаты 200 рублей. Огурцы 160. Сельдерей 90 рублей. А вот эти розовые, интересно, сколько стоят? 350 рублей, друзья. Пекинская 120, я уже говорила, 247 грибочки. Так, хлебушек. Батон 45 рублей. Посмотрите, какие большие. Ничего себе. 80 рублей. Багет ручной работы 80 рублей. Вот этот по акции 45 рублей. Нам хлеб нужен. 40 рублей. 56. Кукурузные особые 90 рублей. Ничего себе, такой вот какой необычный. 50 рублей вот такой. Лепешка с травами. 70 рублей, друзья, вот такую нарезку. Он еще теплый даже. Идеальная фигура. 360 грамм, 90 рублей. С семечками. 120 рублей. Кольцо вот такое. На вид все аппетитное. 350 рублей. Абрикосовый торт. 600 грамм вес. Банан с йогуртом 820, панчи 340, заварной хлеб 60 рублей, гречневый заварной 70 рублей. Хочу попробовать. Друзья, он вчерашний, не знаю, покупать, не покупать. Здесь выпечка различная, булочка с сахаром 29 рублей. Вот это, видимо, тоже 29. Рулет с маком. Так, здесь шоколад, это что-то другое. 53 рубля. 36 рублей вот эти с творогом, с добой. Я хочу купить себе. Тесто для чебуреков, писали, что вкусное. 100 рублей по акции. Для вареников 90. Для пельменей 100 рублей. Лапша 108. Округляем, рублик 109 рублей. И полкило вес. Салат винегрет 62. Оливье 94. Морковь 80 рублей. Так, свинина. Полуфабрикаты 340 рублей. Друзья, 200 рублей. Котлетки 300 рублей. Фарш 260 из свинины. 300 рублей. Помесистей такой вот. Говядина 720 кусочки, 580, вот округлять, и вот уже сделали бы до рубля эту цену. Вот такие кусочки 700 рублей. Так, свинина 290, рулька 200 рублей, 500 рублей. Курица 430. Икра 560, 700 рублей, 400 рублей. Килька 25 рублей, 26 за 100 грамм. Кильки хочу себе немножко, 200 грамм возьму. Хотя у меня там селедка открыта дома. Так, индейка, смотрите. Филе 420 рублей.
где посветлее. Свинина, кусочки, кстати, давайте хорошие. 300 рублей надо и мне взять. Сердечки 430. Печень говядина 330. А свинина 180. Ну что, друзья, что же в моей корзинке? Тульские пряники, хлебушек, варьки, корм, булочки, винегрет. Кильку я себе взяла. И смотрите, как мне ее упаковали. Помимо того, что она у меня в коробочке, еще вот в такой, ну, короче, в эту, в целлофан вот этот, упаковочную бумагу, винегрет. Женщина брала, расхвалила. Взяла индейки и взяла свинины. Здесь вот мякоть индейки на 1000 и свинины сколько, на 701 рубль. У нас ведь еще форель с вами в морозилке. Нужно будет посолить. Здесь цена 948 рубль. Так, по карте. Ух, ничего себе разница. По карте 650. Карта у нас есть. Здесь форель по карте 600 рублей. 2300. Филе 1700. Треска 660 рублей. Камбала 300 рублей. Окунь морской 500 рублей. Здесь что-то все уже такое обветренное. Навага 190 рублей. Ничего себе баночка икры 3295 рублей. Вес полкило. На вид очень аппетитная. 1575. Вес 230 грамм баночка. 1500 вот такая. Кто-то открыл и не закрыл. 1100 такая, горбуша 2000 и по акции 253 рубля 20 копеек. Полы неровные поставишь, и тележка едет. И снимать нужно, и тележку держать. 265 рублей форель, такой вот кусочек, 150 грамм вес. Семга 1260. Вес 300 грамм, 715 рублей, вес 200 грамм, 235 рублей, вот такой, вес 150 грамм, нерка 415 рублей, я так нерку и не попробовала, мы же тогда с вами купили к Новому году, только нам отрезали вовсе не нерку. Майонезы различные. Провансаль вот такой большой. 120 рублей. Ну что хочу сказать, что цены здесь подешевле, чем у нас дома. Это не только я заметила, но и подписчики мои. Соус с грибами 50 рублей. Сливочно-чесночный 50. Не пробовали такой. Ну, здесь колбасный рай, кто любит колбаски. Цена различная. Цена за 100 грамм от 82 рублей до 200 рублей. Или это за палочку? Нет, за 100 грамм. 200 рублей. Итальянская. Не 200, я уж что-то я загнула, округлила. 195. 204 без карты. Нарезка колбасная. 275 рублей со специями. 150 грамм, 150 грамм, 255 рублей, вот такая, 270, такая. Соевый соус нужно купить, скидка хорошая, 97 рублей, чим-чим. Креветочки 470 рублей, друзья, крупные, хорошие, посмотрите, какие. Цыплята стоят 190 рублей, округляю рубль этот. Но крупные, хорошие, друзья, не знаю, взять, не взять. У нас индейка есть, не буду брать сегодня. Индейка, свинина, поэтому пока что обойдемся. 200 рублей бедро. Фарш Останкино 280. Печенье вот такое, княжеское. Легкое-прелегкое. Не знаю, из чего оно сделано, но оно вообще легкое. 89 рублей. Что-то дорого оно стоит. Наверное, состав хороший. 75 рублей – это цена за 100 грамм. А килограмм стоит 750 рублей. Обалдеть. Вот такое печенье 42 рубля за 100 грамм. И кокосовое по акции
53 рубля. Цена за 100 грамм. Курабье любите? Я люблю курабье. Так, курабье, значит, 125 рублей. Вот эта коробочка. Годен до 17 марта, то есть уже все съедать надо. Язык 23 рубля, ну что-то, не знаю. Кекс творожный. Большой, тяжелый, на вид аппетитный, 160 рублей. Вес 400 грамм, и такой вот тоже 160 рублей. Возьму я тесто для чебурекова, сейчас за фаршем вернусь. Семечки какие, крупные семечки. На 51,60 стоимость вот этот вот контейнер. Так, ну что же я добавила в корзинку свою? Добавила тесто для чебуреков и фарш. И еще чим-чим, вот этот соевый соус. Все, больше ничего не буду покупать, идем на кассу. Овощи у нас все есть. Была в магазине, очень мне винегрета захотелось. Попробовала, спросила там у женщины, она говорит, я вчера брала, мне так понравился, и сегодня еще пришла. Ну, что хочу сказать, на вкус и цвет товарищей нет. Как бы я его больше не повторю, и жалею, что 200 грамм взяла, нужно было 100 грамм взять на пробу. Свеклы маловато, капусты очень много квашеной. Хлебушек пробую. Вот этот. Давайте рыбку попробуем. Я уж не знаю, еще две булочки таких взяла. Может, и булочка вовсе невкусная. Нельзя голодному ходить в магазин. Поставила себе супчик варить. Грудку отварю просто бульоном. Собрала еду на новую работу. Значит, рис отварила. Рис сегодня у нас с Тохой индийский. Был у меня мешочек в запасе. Курицу пожарила. Черный это кунжут. Помидорка, там огурчик еще возьму, кружку приготовила, ложку.